нужно будет защищаться. Я проинформирую. Зараз на метовому містечку сталася тривога така. Суточки, що приїхали. Поліція також оділа шоломи і стала колону заблокуючи прохід. Зараз ми спробуємо з'ясувати, що відбувається. Зараз ви бачите всі бойові готовності. Зараз ми побачимо, що відбувається, чому люди, чому така тривога. Зараз ми вийдемо. Ось сама причина тривоги. Люди в наметове містечко принесли пінопласт, труби для буржуїв, тому що хлопці сплять на асфальті в самих спальниках для утеплення. Ночі зараз холодні. От. Тому і така тривога. Можливо, зараз депутати домовляться, цих людей пропустять на територію наметового містечка. Ви бачите, що тут несуть цей пінопласт, нагороджений ветерани, а то звичайні люди, труби для буржуїв, намети люди несуть. Тому сталася така от тривога. Але до цього було все спокійно. До цього було все спокійно. Хлопці несуть наметове містечко для облаштування, щоб було тепліше. От ви бачите, є також підвезли нові буржуйки, пінопласт, тому що люди сплять на асфальті. Зараз йдуть перемовини, щоб людей... Дорогі друзі, ми... Проти кого воюємо, шановні? Проти українців! Підіть в той сторону. Чи проти кого? Дивилось на нашу голову воєнні. Я просив, я б вийшов. Пожалуйста. Жити в нормальній країні. Чи що кажеш? В сьомому айфоні? Може він взяти в кредит, ти знаєш? Я спрашиваю тебе, як тобі. Іван, послухай мене, всіх наших людей, будь ласка, туди. На відстань 10 метрів, щоб було безпечно, щоб ніхто не наривався. Ні, ну ви ж не знаєте, як він його заробив, яким чином, так? Чи обікрав свою державу, да? Дав комусь взятку, щоб порішати питання. Щоб... Ви ж цього не знаєте. Не працює? Ну, значить, подарує його. Давайте собі. Все ж таки, я думаю, зараз спробують домовитися, щоб все те, що привезли в наметове містечко, все ж таки занесли на територію. Ось, прибуває підкріплення, скоріш за все це спецпідрозділ якийсь. Закрили, да, молодці! Будь ласка. Прибуло підкріплення. Ось колишні беркути, крапові берети. Потрохи, потрохи, потрохи туди, ніж.
не вказує. Зараз ми зайдемо в саме наметове містечко, якщо це нам вдасться, і подивимося, що відбувається там. Дякую. Зараз ви бачите, що в наметовому містечку готові до оборони. Думали, що буде напад, але поки що все спокійно, всі стоять. Одна і друга сторона готова, але як я вам показував, що люди принесли пінопласт, буржуйки, щоб встановити нові намети, але поліція наразі їх не пускає. Поліція і нацгвардійці готові, всі зібрані в шоломах, одна і друга сторона підготувалися до сутичок, але чи відбудуться сутички і далі, ми з вами побачимо. Закінуйте проход! Стаття 5, єдина влада – це народ! Немає нічого! Зараз до людей, які це все проносили. Дозвольте. Дякую. Які це все проносили, йдуть народні депутати, думаю, зараз домовляться щодо цього непорозуміння і буде знову розблокований прохід, ну, я так вважаю. Сьома, давай! Раз. Значит, друзья, там горцы выстроились в боевой порядок для того, чтобы защититься в случае чего. Людей достаточно. Но переговоры вести не с кем, потому что, я так понимаю, старшие выставили вперед. Хотя я вон и вижу, идет. Ага, уже пошел в кусты. Но я вас вижу, пан подполковник. Куда вы побежали? Твою мать. Ладно, не с кем вести переговоры. Силовые какие-то действия приведут к тому, что они хотят. Чего они хотят, я вам объясню. Они специально поставили вот эти две машины, чтобы в случае суточек вот этих молодых хлопцев раздавили об эти машины. Все, поэтому, пока вы находитесь здесь, сейчас я буду искать старшего, проводить переговоры. Для прессы объясню, что и для людей, которые стримят, что тут происходит. Здесь много людей, которые думают, что они выполняют приказ. И есть здесь люди, их командиры, которые свы дома делают то, что делают. Защищают воров, причем незаконный способ. И если Порошенко, Аваков, остальные, там, Розенблаты воруют вагонами и составами, то эти здесь не все, но отдельные персонажи воруют просто личные вещи граждан. Вчера при задержании украли куртки у наших бойцов, сегодня украли наколенники и налокотники. Они отбирают вещи, которые не имеют права вообще отбирать. Ни палатки, ни пенопласт, вообще ничего. Недавно так званая нацполиция ограбила наш склад батальона «Донбасс», где находились волонтерские вещи, которые ребята собирали для того, чтобы, когда мы защищаем людей, их не избивали. Обычные там броники, каски,
Многие с войны их принесли с собой, которые на свои деньги покупали, или волонтеры сделали. Защитные приспособления. То, что продается в каждом магазине без разрешения. Абсолютно не нужно разрешение. И когда они рассказывают, что они имеют право это не пропускать или отбирать, это обычный грабеж и беспредел. Единственное, нужно понимать, что тут большая часть людей неразумных. Они не понимают, зачем их выставили здесь. Я вам объясню. Про машины я уже сказал. Я вам объяснял вчера, что машины поставить здесь, это не только угроза в случае столкновения для них же. В случае, если появляются некие люди, не от нас, нам это не нужно было, с коктейлями Молотова, эти машины горят и будут жертвы. Нельзя этого делать. Ну, все же войну прошли, многие. Я им объясняю, они моргают глазами. Я понимаю, почему моргают глазами солдаты, они не понимают. А почему моргают офицеры, которые вот просачиваются? Ну давайте, вылазьте сюда. Я думаю, они все понимают, они это и запланировали. А что происходит дальше? Выбегает Беркутня, я имею в виду, те люди, которые после Януковича прошли переаттестацию, на 90% сейчас работают здесь. Сейчас в том числе из Донецкой области. Избивают тех, кто в первом ряду, из митингующих, и быстро забегают назад. Их цель, чтобы люди, не разобравшись, пошли на гвардию, которая специально едет в семейные билеты, показывает, что это шоу защитники страны. Их расчет. Нас на это толкают. Поэтому дайте немножко времени, сейчас поищу старших. Я так понимаю, они прячутся вот за тем деревом. Одну секунду. Старший, выходи! Выходи, выходи! Бандиты вот. Да, я обращаюсь, согласно закону Украины, я как народный депутат, имею право нехайно встретиться с любым представителем органов власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Я уже вижу массу нарушений закона нас полиции. У людей нету номерных, нету жетонов. Я так понимаю, сейчас если посмотреть на каски некоторых из них, сзади закрыты номера, ну и так я и понял, закрыты номера их личные. То есть кто эти люди, неизвестно, потому что согласно нас полиции, они имеют, должны опознавательные знаки. Лица закрыты балаклавой, это понятно. Но номера должны быть. Для чего это делается? Сейчас расследуется уголовное дело по факту избиения людей на блокаде и в Пережинке, там, где избивали ветеранов и селян. Прокуратура не может установить, кто незаконно их избивал, потому что не было номеров и лица были закрыты балаклавами. Поэтому у меня впечатление, что это может быть кто угодно, в том числе люди с области зеленых человечков. Нету старших, нету номеров. Кто эти люди? Вот стоит граждане Украины. Я думаю, по внешнему виду, вы понимаете, что это точно не агенты Кремля. Не может быть столько агентов Кремля. Их меньше 44 миллионов, поймите. Это наоборот, скорее всего. И требуют от вас всего лишь соблюдать законы Украины. Сюда, старший, выйдите к народному депутату. Украина, если вы в Украине служите. Старший национальной гвардии, старший должностное лицо. Старший должностное лицо полиции. Ви бачите, старший вас представляє, він ховає для вас.